Военное присутствие России в Сирийской Арабской Республике поспособствовало тому, что стороны, участвующие в разрешении конфликта, сосредоточились на борьбе с ИГИЛ, организацией, запрещенной в России. Об этом сообщается в отчете американского исследовательского центра Stratfor, который еще называют теневым ЦРУ. Аналитики компании отмечают, что операция российских ВКС удерживает Соединенные Штаты и их союзников от попытки поменять цель ударов. США еще менее склонны увеличивать напряжение в отношениях с Россией. Не имея намерения отвлекаться от основной цели борьбы против исламского государства, США при этом нисколько не желают столкнуться с военно-воздушными силами Российской Федерации в сирийском небе.